как прожить республике весь следующий год. Сегодня обсуждали и экономисты, и депутаты, и простые сельские главы. В парламенте Хакасии состоялись общественные слушания бюджета 2017. Закрома казны, как уже известно, в следующем году не похвастают богатством. И сегодня главная задача власти – сохранить выполнение социальных обязательств, не забывая о развитии целого ряда отраслей. Слушания как раз и призваны представить различные точки зрения решения экономических задач. Константин Кравцов продолжит. В тот момент, когда мы пишем этот стендап, общественные слушания по проекту бюджета республики уже закончились. Докладчики выступали без перерыва почти 4 часа. Зал Верховного Совета традиционно собрал представителей самых разных направлений. Это и общественники, разумеется, депутаты, главы районов, сельсоветов. Каждый мог, заранее заявившись, представить свое видение бюджетной картины. Три выступления касались так или иначе противопожарной беды, потому что в 2015 году вот этот страшный пожар, который обошелся, кроме невосполнимой утраты 30 человек, а еще и в денежном выражении это более 3,6 миллиарда, на сегодняшний день констатировалось, что не все сделано для того, чтобы такое больше не повторилось. Отмечу, что нынче на слушаниях впервые выступил представитель Минэкономики, замминистра Александр Терещенко, представил в общих чертах план развития Хакасии до 2030 года. Упор здесь делается на промышленность. Это и реконструкция существующих предприятий, и создание новых. Что касается дня сегодняшнего, одна из острых тем – декабрьское повышение энерготарифа для предпринимателей примерно на 10%. По мнению Минэкономики, отчаиваться здесь не стоит. Властям удалось с энергетиками достигнуть такого вот соглашения. Чем больше мы потребляем, тем ниже тариф. Ну а представленный выше вектор развития республики, ее промышленности, направлен в том числе и на это. Собственно, что касается бюджета 2017, предварительно доходная его часть составит почти 19 миллиардов 100 миллионов рублей, расходная без малого 25 миллиардов. Бюджет республики традиционно остается как социально направленным, так и дефицитным. Недостача здесь почти 5 миллиардов рублей. В свою очередь, спикер парламента отметил, что финансовое благополучие в большой степени зависит от самих районов. В республике огромная проблема по сбору налогов. Это деньги, напрямую наполняющие муниципальные бюджеты. Чем больше имущества или доходов, тем меньше платит налогов. Платит в общем нищий в основном. Регулярно, дисциплинированно и все остальное. Вот, собственно, мы эти вопросы задали Министерству экономики нашей. Стоит также добавить, что представленная доходная часть республиканской казны в 19 с лишним миллиардов – не окончательная сумма. Нам следует ожидать поступлений и из Москвы. Какова цифра, станет известна лишь после принятия федерального бюджета. Ну а первое чтение местного в этом самом зале состоится 30 ноября. Разумеется, с учетом всех сегодняшних поправок и предложений. Константин Кравцов, Сергей Казьмин. Вести Хакасия.